преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Уральском политехническом колледже студенты прошли экспресс-тестирование на определение своего ВИЧ-статуса. Анализ крови у юношей и девушек взяли медики-волонтеры. Как подчеркивают врачи, сегодня медицина находится на таком уровне, что позволяет ВИЧ-положительным людям вести нормальный образ жизни, работать, иметь семью и здоровых детей. Важно вовремя узнать о болезни и понимать, как не заразиться. Я пришла волонтером, чтобы помочь людям узнать свой ВИЧ-статус, потому что каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. ВИЧ – это не приговор, как бы, и каждый человек, зная свой статус, получая полноценное лечение, может продолжать полноценную жизнь. Очень важно, что студенты интересуются своим здоровьем и решили прийти сегодня к нам, сделать этот экспресс-тест и узнать статус, ВИЧ-статус своего здоровья. Вероника Ремезова – одна из тех, кто сегодня решил поддержать акцию и сдать кровь на определение ВИЧ-статуса. Анализ берут анонимно. Результат готов через 15 минут. Я очень забочусь о своем здоровье, и когда появилась такая возможность, я решила, ну, что нужно проверить. Я считаю, что, во-первых, избежать заражения других людей и для своей же безопасности, то есть могут быть осложнения какие-то. Эта болезнь меня не касается. Возможно, самое частое и опасное заблуждение. ВИЧ многие считают болезнью наркоманов. Такой стереотип уже в прошлом. К сожалению, есть случаи, когда мы выявляем сотрудника на рабочем месте при проведении экспресс-тестирования. По уровню пораженности наш город, к сожалению, находится в тройке городов, которые охвачены этой проблемой. То есть, если брать по статистике, то у нас, ну, где-то каждый 70-й житель нашего города имеет статус ВИЧ-положительный. Экспресс-тестирование прошли порядка 100 студентов политехнического колледжа. На текущей неделе обследоваться можно любому желающему бесплатно и анонимно в городской поликлинике с 11 до 13 часов. Екатерина Кузьмина, Шамиль Саидов. Наши города.